меньше 3 баллов. Но при этом произвольную откатали изумительно, опередили этих самых канадцев на 6 баллов. В итоге вторые, сразу после Мэрил Дэвис, Чарли Уайт. Но, к сожалению, Дэвис Уайт на данный момент практически не досягаем, потому что их общая сумма 176-28, а у Боброва и Соловьева 159-95. Вы представляете, почти 20 баллов. Ну, там 15, в общем. Даже больше. Почти 17 баллов. Но очень важный момент, потому что Катя Боброва и Дима Соловьев перешли после прошлого сезона к Александру Жулину. Это вернуться у него. Ну, конечно, как примет судейская бригада пару, что называется, с новым стилем, с новыми программами или с новым тренером, это было очень важно. Приняли хорошо. Хорошее начало. Валентина Маркиева. Очень неплохо выдержал Маркей. Первый номер итальянской сборной на данный момент. Так за всеми этими возвращениями великих Лукианда, Юнакин.
так далее. Совсем забылась Каролина Костер, между прочим, действующая чемпионка мира, которая наконец-то выиграла мировое первенство абсолютно по праву, заслуженно в конце прошлого сезона. Ну, Алена Леонова тогда сняла второе место. Ну, Каролина Костер в гран-при в этом сезоне не участвует. Я чувствую, Катерина, что она могла взять паузу. Поэтому Валентина Маркевич достаточно раскованно. Она всегда каталась свободно и раскованно. Раскованно выступила на первом этапе гран-при. В прошлом году не слишком удачно все у нее складывалось. Вообще, катается очень давно, и 26 лет. Очень неплохие были у нее сезоны 2006-2007, 2007-2008. Она тогда была 5-6 на чемпионатах Европы. Была 11-й на чемпионате мира. Но в прошлом году на мировом первенстве она заняла 8-е место. Что полностью совпало с результатом континентального первенства. Но на этапах гран-при у нее традиционно мало что получалось за последние сезоны. Сейчас она претендует на 5-е место. У Харуки Имаи, который сейчас не верит после произвольной программы, на данный момент 107 баллов, 107,82. Если учесть, что, конечно, уже после короткой был запас в Валентине, может набрать и меньше. Со многим тренером сотрудничала Валентина, и к Николаю Морозову приезжала, и с ним каталась, и Вальтер Витце с ней работал, и Кристина Маури, и Пьер Тренте. Сейчас вот как раз в этой североамериканской группе, которую мы уже с вами, я уже вам представлял, мы уже с вами видели ее учеников, это Джейсон Данжин и Юка Сато. Массимо Скали, кстати, хореограф еще работал с Валентиной для подготовки к этому сезону. Поскольку пара Массимо Скали уже как два сезона закончит свою спортивную карьеру из-за достаточно серьезных проблем со здоровьем и партнерши. Да, она проигрывает Харуки Имаи в произвольной, но, по-моему, должна быть и в первой. Да, 158-79. Все-таки на один балл она опережает японскую фигуристку и сохраняет за собой пятую позицию.